работают системы ПВО Сирийской Арабской Республики, ВВС Израиля нанесли авиаудар по объектам на территории Сирии. Такие заголовки иногда можно увидеть в СМИ несколько раз за месяц. Через некоторое время появляются спутниковые снимки, которые подтверждают уничтожение израильтянами своих целей, и никогда не сообщается о потерях истребителей при таких атаках. Телеграм, канал «Крылья войны» разбирается, как Израилю удается абсолютно безнаказанно бомбить территорию сопредельного арабского государства. Авиаудар издалека. Со времен Второй Ливанской войны 2006 года боевые потери израильских ВВС составляют лишь один истребитель F-16I, предположительно сбитый ракетой системы S-200 ПВО Сирии в 2018 году. При этом Иерусалим регулярно бомбит военные и инфраструктурные объекты сирийской армии, проиранских сил, Исламского государства и других террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики. По данным СМИ, Израиль совершил уже больше 100 таких рейдов. ВВС Израиля в большинстве случаев успешно выполняют боевые задачи, что подтверждается спутниковыми снимками пораженных целей или доказательствами, которые предоставляют военные журналисты, которые публикуют соответствующие фото и видеоматериалы с мест ударов в социальных сетях. Все эти мероприятия израильское руководство объясняет необходимостью борьбы с ростом иранского военного присутствия в Сирии, действиями против террористов и ответом на работу сирийских ПВО по истребителям израильтян. Факты нарушения воздушного пространства суверенной Сирии попросту игнорируются. При этом в последнее время Тель-Авив стал использовать более хитрую тактику, применяя высокоточное оружие, которое позволяет не нарушать сирийских воздушных границ. Сценарий израильских авиаударов достаточно простой. В ночное время от 1 до 3 истребителей, вооруженных высокоточными ракетами и бомбами класса воздух-поверхность, проводят неожиданную атаку по 1-2 целям на территории САР. Каждый истребитель может выпускать до 6 ракет, в зависимости от типа самолета. Отстрелявшись по целям, тактическая группа незамедлительно возвращается на свои авиабазы. Удары могут наноситься со стороны спорных голландских высот, со стороны Иордании или со стороны Средиземноморского побережья. Сирийским силам ПВО удается сбивать часть ракет, но оставшиеся поражают заданные цели. Иногда руководство Израиля уведомляет о предстоящем налете командования российских войск, находящихся на территории Сирии. Это происходит в тех случаях, когда дислокация части российского контингента располагается вблизи от цели Израиля. В некоторых случаях применяются ударные беспилотники. Механизмы их применения приблизительно схожи с действиями истребительных групп. Летчики стараются не попадать в зону действия сирийских ПВО, однако заявленные характеристики и расположение сирийских С-300 и Бук-М2 в теории позволяют сбивать израильские самолеты. Этого не происходит по политическим мотивам, и, конечно же, Тель-Авив этим пользуется, не стесняясь. Острый меч ВВС Израиля. Кратко рассмотрим истребители БЛА, ракетное и бомбовое вооружение, применяемые израильскими ВВС. Истребители F-16 Айсафа является серьезно модернизированным двухместным вариантом истребителя, состоящего на вооружении ВВС США. Имеет боевой радиус действия 1500 км без дозаправки. F-15 ARAM – экспортный вариант американских F-15 Strike Eagle и предназначены в первую очередь для нанесения ударов по наземным целям, в состав которого входят станция постановки активных помех, приемник предупреждения об облучении, а также средства предупреждения о ракетной атаке. F-35 Iadwire – израильская модификация базовой модели американского истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II. На самолете широко применяется израильская электроника. БРЭА – системы РЭП, датчики, ракеты и бомбы. Беспилотники. ИАЭ «Эйтан» – израильский многоцелевой беспилотник, разработанный компанией ИАЭ на базе ИАЭ «Херон». По сравнению с предшественником имеет большие размеры и оборудован турбовинтовыми двигателями. В состав бортовой аппаратуры входят системы слежения и обнаружения целей в оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах спутниковой навигации. ИАЭ «Эйтан» оснащен средствами управления огнем и ударными комплексами.
Elbit Hermes 900 – всепогодный тактический беспилотный летательный аппарат. Беспилотник оснащается системой спутниковой связи, оптико-электронными системами наблюдения, РЛС с синтезированием апертуры, РЛС – индикация движущихся целей, инфракрасными датчиками, лазерным целеуказателем-дальномером, средствами радиоэлектронной борьбы, а также системой обмена данными, позволяющей передавать в центр управления изображения в режиме реального времени. Как опция предусмотрена возможность оснащения аппарата ударными комплексами. Высокоточное ракетное и бомбовое вооружение. Spice 1000-2000. Семейство планирующих УАП разработки израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Система управления и наведения. Инерциальная плюс GPS, ТВ или ТФПФ на завершающем этапе полета. XNA имеет большой угол обзора. Заимствовано у семейства управляемых ракет Попеи последних моделей. При этом Spice не требует управления оператором на этапе применения ТВ, ТФПФ наведения, то есть сканирование картинки происходит автономно. Может использоваться для поражения как наземных целей, так и кораблей. Дальности планирования Spice 2000 до 60 км, Spice 1000 до 100 км. Точность попадания в цель КВО – менее 3 метров. Вероятность поражения цели – 95%. В память бомбы могут вноситься изображения 100 целей, и экипаж самолета-носителя может перенацеливать УАП в воздухе. Rampage – сверхзвуковая ракета класса «Воздух-поверхность», представляющая собой оборудованный ракетным двигателем 4,7-метровый снаряд весом в полтонны, 150 кг из которых составляет боеголовка с дистанционно контролируемой детонацией. Дальность применения ракеты составляет 150 км. Ракета имеет два вида боеголовок, в том числе противобункерную. Одна предназначена для проникающих ударов по бункерам и туннелям, вторая – осколочно-фугасная, поражающая цель высокоскоростным потоком осколков. Предназначена для поражения зенитных ракетных комплексов, штабов командных пунктов, складов и материально-технических баз, оружейных складов и логистических объектов противника. ROKS – аэробаллистическая сверхзвуковая управляемая ракета класса «Воздух-поверхность дальнего радиуса действия», предназначенная для ликвидации наземных и подземных укреплений. Данная ракета используется для уничтожения открытых и защищенных целей, включая находящиеся глубоко под землей, в районах с сильной системой ПВО противника. Система наведения ракеты, базирующаяся на визуальном распознавании объектов, позволяет ей достичь цели, несмотря на радиоэлектронные помехи. Имеет системы наведения новейших модификаций, которые производит та же фирма Rafael для семейства UAP Spice. Дальность пуска оценивается более чем в 100 км. Марс представляет собой сверхзвуковую высокоточную ракету класса «Воздух-поверхность». Ракета имеет твердотопливный двигатель и осколочно-фугасную боевую часть, которая находится посередине корпуса. Управляющая электроника находится в головной части ракеты и включает в себя системы GPS военного профиля и инерциальной навигации, которая обеспечивает автономный режим наведения на цель. Предназначается для уничтожения радаров противника, центров связи, складов оружия, аэродромов, подземных бункеров и укрепленных наземных сооружений на дальности более 100 км. Вероятно, Израиль также тестирует и иные образцы вооружения, например, такие как дроны «Камикадзе» или новые ракеты, до сих пор никому не известные. Но и вышеперечисленного арсенала с лихвой хватает на то, чтобы уничтожать все цели, дотянуться до которых желает Тель-Авив. Используемая тактика будет успешной, и летчики ВВС Израиля продолжат украшать фюзеляжи своих истребителей отметками об успешных атаках. Главное – не быть слишком самоуверенными, чтобы потом не было слишком горько от очередных жертв этой долгой войны. Спасибо за внимание! Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.